связи с награждением отдельных бойцов орденами Союза СССР за боевую работу по предупреждению в Москве пожаров от вражеских зажигательных бомб в Энском истребительном батальоне состоялся митинг. Боец батальона комсомолка-инструментальщик Раиса Иванченко, награжденная орденом «Знак почета». Нас не запугает подлый враг. Все женщины нашей Родины встали плечо к плечу с мужчинами, защищая страну от фашистских бандитов. Боец батальона, студент-комсомолец Орис Шевцов, награжденный орденом «Красная звезда». Мы не пощадим своей жизни в борьбе с заклятым врагом, фашизмом. Наш народ, нашу любимую Родину, нашу любимую Москву победить нельзя!